Вячеслав Никулин пришел на Северский трубный завод в 2004 году. В 1999 окончил горный университет. После работал на Уралмашзаводе, затем на ВИЗе. Несмотря на то, что Вячеслав Валерьевич уже обладал хорошим образованием и опытом, устроился простым рабочим в электрический цех на должность электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий. Я пришел вообще с Верхесецкого металлургического завода на Северский трубный простым рабочим. Сейчас круг, естественно, мой расширился. В обязанности входит организация бесперебойного электроснабжения всего завода, обеспечение безопасной работы персонала в электроустановках завода, также осуществление контроля за своевременным выполнением ремонтов планово-профилактических обслуживаний. Без электроснабжения Северский трубный завод не сможет выпускать лучшие в мире трубы. Поэтому ответственность на специалистах отдела главного энергетика высокая, простой и недопустимый. В любой нештатной ситуации нужно уметь принять взвешенное и грамотное решение. В любой день, в выходной, в ночь мы всегда будем говорить 24/7, ну, про работу. Думаем только о работе. За все время работы на Северском трубном заводе Вячеслав Никулин зарекомендовал себя настоящим профессионалом своего дела. К любым производственным задачам относится с большой ответственностью. Это подтверждают и коллеги Вячеслава Валерьевича. Нашему заводу повезло вот с таким специалистом. Он быстро проявил себя, стал заместителем главного энергетика. Ему пришлось познать, ну, как бы уже изнутри завод, то есть уже как в цехах. То есть как работает, значит, долгосталеплавильная печь, как работает стан ФКМ. И он, в принципе, довольно-таки быстро это все освоил. Значит, сейчас он, ну, я считаю, ну, лучший специалист по статусу и по сути лучший электрик завода. Свободное от работы время Вячеслав Никулин не сидит дома, а увлекается спортом. Зимой катается на лыжах и сноуборде, а недавно начал осваивать вейкборд. Всегда открыт для чего-то нового и не боится трудностей. Это касается и работы. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости 11 канала.